Ready? Всем привет, уважаемые зрители! С вами Такс, Варпач и Кофе Вайт, и сегодня мы играем во что? В Move or Die! Да, ребята, всем привет! Привет. У кого шапка? Куда бежать? Что делать? А, у надо шапку. Моя шапка! Не-не-не-не-не-не-не-не-не! Мою шапку отдайте! Пацаны, моя шапка! Моя шапка, кто я, синенький? Да, и тут еще, ребята, тут очень сложно объяснить, я выиграл второй раз, да. Мы одну игру пропустили. Да, я больше всех поносил шапку, мы пропустили. Ребят, какие-то мутаторы добавлены в игру, да? Да, какое-то новое обновление вышло, добавили новые раунды, добавили новые какие-то режимы, плюс, о, ведущий игрок тут прямо теперь показывается, кто кого выигрывает. Это удобно. Оп! Ну-ка, желтенький должен победить. Вы чё, пацаны? Лёха, чё творит Лёха? Просто я не понимаю, он уже третий раз подряд выигрывает. Чё за? Слушай, он, наверное, тренируется. Здесь, Олег, ну я не знаю. Это что такое? Что здесь делать? О, я съел, а Лёха! Подожди, а что тут делать? Тут нужно конфетку, чтобы съесть. Да, я вообще просто прыгал и вздох. Я тоже просто прыгал. Нет! Иди ко мне, сладкая, блин! Я съел конфетку, yes! А я был вообще рядом. Тут, ребята, еще и новые игры, оказывается. Охренеть. Моя конфетка, я же сказал, что новые добавили раунды всякие. Ready, go. Погнали. Голос такой японский. Ой, обновил. Я умер? Что? Понятно, я просто прямо бежал, ребят. Очень сложно. Вообще капец. Упади, разбейся. Умри. Братан, ты должен умереть. Я хочу посмотреть, где финиш. Ладно. А что там произошло? Но все равно Олег выбил свои очки. Падающие блоки. Надеюсь, здесь не обновили ничего, потому что очень сложно ориентироваться в новых картах стало. Мне кажется, что везде все обновили. А нет, здесь все как по-старому. Ну, давай куди. Так, да, отлично. Вот так вот, отлично. Чуть не умер. Так. Капец! Держимся. Че так сложно? Давай, родной. Давай. Ребята! Ребята! А, нет! Капец! Я выиграл. В падающих блоках. 5 очков получил. Время выбрать мутатор. Какой мутатор? Ну-ка, подожди. Давайте я буду выбирать. Нет, ты выбираешь мутатор. Переключатель скинов, гаси свет, джетпаки. Подождите, так. Джетпаки, во, я выбрал джетпаки. Я не знаю, что это. Удерживай для полета. Окей. Мы теперь летать можем. Полный провал. Давайте посмотрим, блин. Давайте будем летать. О! Вау! Нифига! Да чё, как вообще так? А подожди, а почему я умер? Потому что надо двигаться, братан. Нет, ну я летал, я же двигался. Подождите. То есть этот мутатор толком ничего не дает. То есть я в воздухе вот двигался поверху, я сдох из-за этого. Вот эти обновления, к ним нужно привыкать. Из-за этого я просрал очки. Так, я так вообще первый раз запустил игру, они мне сразу что-то тут это. А, да действительно нельзя. Отдай сюда шапку. Отдай шапку. Нет, я дам шапку. О, как Леха сдох опять, я не понимаю. Я не понимаю, убери этот мутатор, я потому что W шапка. Зажимаю вместо того, чтобы бегать. Да ладно тебе, братан. Капец, зачем такой мутатор? Не выбирайте больше джетпаки, пацаны, потому что с ним сложно, непонятно, нифига. Тут прикольно, просто, как я понимаю, нельзя упираться в какие-то предметы тут, вот. Да. А тут вообще... Что тут надо делать? Ой, хрена себе. Как? Как ты меня ударил? Как меня столкнули-то? Лёш, пока. Давай, Кирюха, давай. No more life for generation. Не летай только. Да, охренеть. Как он Кирюх, кнопку вниз. А, капец, это читерство, давайте мутатор поменяем уже наконец-то. Ну, сейчас он сам я мутатор буду выбирать. Так, цветная лихорадка. Ready, go. Я блин, худа. Этот режим, он мой самый нелюбимый, потому что... Твою мать, я не могу из-за этой херни нормально пользоваться прыжками. Так. Как? Когда ты успел опять? Я победил, я не знаю как, но я снова победил. Это мне нравится прям, знаете? Просто вообще. Джетпаки вот прям мое. О, вот тут должны справиться. Да как? Да. Ну чё, ребят? Ребят, больше никаких джетпаков. Джетпак сакс. Джетпак суэри сакс, ребят. Я не понял, я не могу прыгнуть. Он летит. Вообще изи вот здесь, вот джетпак вот, на самом деле. Вот, смотрите, вот джетпаком здесь реально... Ну я-то хотел... Я хотел прыгнуть, не долго этот джетпак обоссанный будет, ребята, когда он у нас кончится? Сейчас следующий я выбирать, наверное, буду. О, тут что надо? Когда? Вот, то есть я выбрал мутатор, да, двойной прыжок, и все. О. А тут можно, наверное, просто зажать, и чтоб ты летал, и все. Вот здесь удобно, да. Здесь джетпак реально нужен, как бы, да, согласен. О!
джетпак, я вообще жестко сейчас запаю. Да, отлично, отлично. Здесь все, я приспособился к джетпакам, могу его так сильно не хаять. Ну ладно, падающий блоки. Понятно, ну падающий блоки. Все, Леха, кто не джетпак? Варпачик. А, все. Так, переключатель скинов, гаси свет. Я выбираю вот эту хрень. Мы ее не пробовали. Игроки видят только себя, вот это замечательно! Ты шутишь? Подожди, это как тогда? Что? Лёха, ты чё выбрал? Всё! Нет! Это моё, я люблю темноту. Что ты выбрал просто, что это такое? Я не знал, я думал, гаси свет только себя видишь, но чтоб не путаться. Это... Аккуратней. Мы вдвоём сдохли, подожди, кто... Понятно, а кто? Выиграл. Я победил. А я хоть первый раз победил. Как мы сейчас будем играть? Я не знаю, реально. Блин, ребят, вы что, офигели? Подождите, это как? А что тут надо делать? О, прям рядом со мной. Отлично, давай вторую еще. А где? Да ты взять? Отлично, отлично. Я умер вообще. Мне интересно, где еще одна будет сейчас. Подождите, я не вижу. Я не вижу тоже. Отлично. Да, и она подо мной была, видимо, где-то. Вот тебе вот прям повезло, сейчас. Ладно, ладно. Вот, видимо, кто эмулятор берет, тому с ним лучше всего и везет. Шапочная погоня. Везунчики, ребята, везунчики. С шапочной погони, даже шапку не видно сейчас будет. Давайте идти иска. А где шапка? А, что за карта? Шапочка. А карта, слушайте, реально другая какая-то. Вот это хорошо. Я тебя не вижу, блин. Оп, как забрать? Шапку, 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 отдай. Олег, Олег выиграл, все, это 100%. А где шапка-то? Нет, тут Олег. Блин. Ой, прям такие глаза, я прям в такой позиции застал. Кирюх, догоняй. Как надо, сейчас? Надо. Думаю, давайте больше вообще мутаторы не выбирать, потом следующий. Я не знаю, с ними прикольно, с другой стороны. Вы чё? Как? Блин! Это... А, новая карта тоже какая-то, смотри. Да, она другая, слушай. Подожди, тут как? Так это нереально. А, понятно. Ну, Лёха просто дождался, вот, ну ладно. Да, он просто дождался, всё понятно. О, сакс, сакс, сакс. Это же та карта первая самая, которая была. Я не понял, какая это карта. Нет, она вообще другая, падающие блоки, ребят. Самая. Так, падающие блоки. И гаси свет, вы гоните, что ли? Так, давай, давай. Не-не-не, Кирюх. Кирюх, не толкайся. Блин, это нереально. И он еще и выиграл. Так. А подожди, Алёха, ты как умер? Бомбомет! Ура, ура, ура! Бомбомет! Время выбрать, давайте, давайте! Вот мне интересно, Кирюхи дайте! Да ладно, вы шутите! Не дай мне попасться! Переключатель скинов! Вот мы еще ни разу, по-моему, переключатель скинов! Двойной прыжок! Нет, ладно, давайте! Переключатель скинов! Давай переключатель! Персонажи постоянно меняют облик! А это запутаться! Мы будем путаться! Свет вокруг всех есть! Да ладно, вы шутите! А что делать-то? А бомба придумать надо! А, бомба, лол! Я понял. Нет! Аллах, твою мать, там были блоки, они под тобой были, короче, они с обратно сложились, я хотел в них прыгнуть, капец, это такой тупизм был. Не успел, Леша, не успел, головокружение, так. Ой, лол, Ай! Капец, я забыл про красные блоки, твою мать! Я один раз прыгнул, и все, и выиграл раунд. Мне это нравится. Так, где я? А что тут надо делать? А вот тут я вот прям теряюсь жестко. Ой! А кто умер? Подождите. Никто не умер. В смысле никто не умер? Я выиграл. Я вот сейчас я запутался реально. Я ребят, вокруг подсветку свою цвет запомните и все. Так я не понимаю просто. Оранжевая, Кирюх. А где я? А, вот я. Что? Просто побегал. Мы просто. Мы, я с кем-то был в одной камере еще. По-моему, со мной. С Олегом. Ой, так, это какая карта? Что это? Как? А это я сдох? Сложно, сложно. Я сдох. Отлично. Ну и тут как бы, ладно, я могу тоже умереть. Мы наравне с... Давай, Кирюх, догоняй нас. А наравне идем, капец. Я попробую, Странно, что у нас не 59. Вот здесь это самое дебильное, наверное. А что тут? Шапочная погоня, чё тут? Олег, да как ты так прыгаешь в маленьких щелках таких? Мастер щелок. Та-та-та-та-та-та. Под ним всякие штуки, он ты как им управляешь-то? Да как ты так быстро бегаешь-то? Шапка, люди бегают. Ты шутишь? Как? Нет, это бред, смотрите, мы не успеваем за ним просто угнаться. По идее, у кого шапка, он должен медленнее бегать. Ребят, просто невозможно. Кирилл, давай. Ты как? Почему? Почему Кириллу не дают право на выбор? Что за фигня?
Вообще, просто меня обделяют очками. Полный провал. Так, что у нас? Так, окей, падение вас убьет. Ой-ой-ой. Жестко, конечно, с двойным прыжком вообще, ну, немножко даже труднее. О, чё, какого я сдох? Почему? Отлично, 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 надо Олега обгонять. Капец. А почему я сдох, вообще не понимаю. Мне надо пять раз выиграть, чтобы вас догнать. Ну ничего, я победю еще. Где? Так. Как? А почему я сдох-то? Я же бегал. Капец, ребята. С этими мутаторами ты можешь просто так сдохнуть. Вот просто так бежишь и дохнешь. То есть я прыгал, по идее я двигался, я был в движении, но я сдох, потому что движение засчитывается, когда ты на блоках. Так, тут чё, где? Я сразу умер. Я не понял даже, что делать. Я разбился двойным прыжком. Такие дебильные мутаторы, ими вообще сложно пользоваться. Бомбомет. Так, здесь я помню, что делать. Так, ой, нет. Да ладно. Да, сука. Отлично. Догоняй. Как так быстро? Ой, все сейчас взорвется. Отлично, да. Ладно, нормально. Сахарная просто съешка. С какими-то профессионалами играю. Тут на самом деле Олег все время потеет самым странным образом. Моё. А, и как я умер? Лол. Да, как отлично. Я умер? Что за бред? Как вообще непонятно, что с этими мутаторами. Скоростной забег, ребят. Непонятно, вообще никак, ребят. Ready? Так, go. Здесь go. Уже go. Какой-то go. Рандом корейский пошел. Вы что, ну как? Ну как? Пацаны, ну как так? Это мутатор, то есть я W жму, он два раза у меня прыгнул и разбился. То есть еще просчитай тут, да ведь? Вообще такая дичь. Ладно, я попытался. Нет, у нас Сэмя с этими забегами плохо был. Падающие блоки, ну, ненавижу. Интересно, мне сейчас дадут это, мутатор. Давай, вот сейчас Кирилл, давай, Кирилл. Так, что у нас хоть есть? Разули. Гаси свет, может, гаси свет? Нет, не хочу. Давайте давай переключать из кино. Это самое простое. Блин, это все сложно с ними. Сложно, блин. Это очень рандомное, реально. Сейчас максимально рандом в игре у нас. А, падающие блоки, твою мать. Ты главное не путай, Серёжа, а то так можно. Да я чё путаться-то буду? У меня свет-то все равно видно синенький мой. Ой, у меня аж ладошки запотели, ребята. Ладно, ладошки. Кирюх, зачем? Как? Это что? Это не я рядом с тобой был. Все, понятно. Со мной Олег был рядом. Ой, тут вот я не люблю, потому что здесь какие-то блоки подо мной все время появляются. Где я? Вот кто я? Вот я все время не понимаю тут. А, двойного прыжка нету. Смотрите, прикол. Вот смотрите, какие-то блоки, они пропадают подо мной, а под Олегом появляются. Это вот, ну как? Объясните, как, сука, это, блядь, происходит? Да ты гонишь, что ли? Нет, смотрите. Нет, как ты выигрываешь? Смотри, вот ты на блок запрыгиваешь, и он подо мной же проваливается. И в этот же момент ты там появляешься, он снова под тобой. Ты ими как управляешь? Вот объясни, что ты с ними делаешь? Не знаю, я просто надо почувствовать игрока. Я думал, у меня двойной прыжок, сука, идиот. Идиот, просто дебил. Путаница. Это вообще никак, реально, мне по-другому там, у меня тупик был, короче, вот. Цветная лихорадка. Ой, цветная лихорадка, ребят, тут аккуратнее надо. Так, где я? Как забраться-то наверх? Не забирается. Да уйдите! И кто? И кто выиграл? Кирилл! Я больше всех выиграл. А, варпач замазал, но у меня очков больше. Надув. Так, надув, окей, хорошо. А тут надо несколько раз, да, нажимать? Ух ты, ёжик! Ай, да я здесь не знал, что там внизу-то убивайственная. Смотрите, я начал вас догонять маленько. Да, надо Кирюхе фору дать немножко. Да ладно, мы справимся. Так. Главное в самый низ сейчас спуститься. Ясно. Я этот блок настолько медленно падал, что я падал за ним и разбился об него. Падал за ним просто, что? Ну я то есть спускался, и блок настолько медленно спускался ниже моей скорости, я об него сдох. Я понял. Мансуй. Кирюха мансует как может вообще. Капец, Кирюх, что ты делаешь? Ты видел, да, как я мансанул? Запотел. Да, запотел. Шапочно погонен. Да можно сразу ее пропустить. О, время. Кирилл, давай. Просто Кирилл. Ты почему? Кирилл реально обделяет сегодня. Просто реально, ребята. Это вот вы сами видите. Реально? Держитесь. Ты серьезно? Ты че, совсем что ли? Он где решил нам окончательно подосрать. А что тут, шляпа что ли?
Где она, да? Где шляпа? А где шляпа? Кто-нибудь шляпу видит? Полная шляпа, ребят, нету шляпы. Где? Что? Я не вижу ни хрена. Ну серьезно, что ли? О, я нашел. Да, понятно. Козел, вот опять, Олегу, вот я не знаю, как у него, как он это делает в этом режиме. Объясните, объясните, шапка всегда у него, блоки у него под ним. Не понимаю просто, я нажимаю, прыгаю. Меня просто пресекает сразу какая-то фигня, полный провал. Так, а что здесь надо-то? А, здесь падать, да, будут блоки? Блоки падают, да, пацаны, тут сложно. Ой-ой-ой, Кирилл, ты куда залез? Мой район! Моя точка! Ай! У вас почему блоки так поздно падать начали? Меня просто раздавил. Ну как всегда, как всегда. Вот как всегда, ребята. Ну что? Олег почти победил. Он всегда выиграл, я не знаю, вот. Вот. Блин. Ага, беги. А куда дальше? Вообще не вижу. Ну то есть что? А, вот все, я вспомнил. Я еще не прочувствовал здесь игрока, поэтому. Надо азарт мне выключить и включить хитрость было. Да, да, да. О, это та карта, да. Вроде. Нет, их поменяли. А, да, да, не, нет, это та карта их. И кофе побеждает. Нет, нет, одно очко. А, одно очко. Ожидание других игроков. Так, что у нас какое сейчас? Головокружение. Это что у нас? Мне дали ачивку. Пацаны, что так долго грузит? Мне даже показалось, что у меня интернет сейчас вылетит, короче, и все. Нет, у меня вы все показаны. У меня не грузит. У меня тоже не грузит. А, во! Мне награды дают просто. Ай! Отлично. Ладно. Блин, жестко так-то. Мне это сейчас нужно победу. Мне кажется, Олег выиграет, потому что у него, как говорится, жопа медом намазана в играх. Ну тут победы нужно завершить. Ой! Подожди. Ни хрена не видно, вы чё? Вообще ничего не победил, просто, знаешь, на верочку. Сахарная спешка, бесячий режим, почему не мой? Опять вот наравне идем. Конфета, иди ко мне! Кто? Лол! Опять Лёха! Да! Как? Как, Лёха? Конфетный монстр! У меня одного очка не хватило! Наконец-то! Что за бред? Ну ладно, нормально, в принципе, почему бы нет? Потная была заруба, ребята, наконец-то, да, ребята, ну наконец-то, у меня шапочная погоня, ожидание других игроков идет. Нет, у нас все, я уже получаю левел-апы какие-то. А, у меня ожидается, я понял. Нет, ну обновление прикольно на самом деле. Эта игра была вот сейчас дикий рандом. Я даже вообще не рассчитывал, что я выиграю. Я все почему-то думал, что выиграет Олег. В общем, ребята, надеюсь, вам понравилась эта серия. С вами были, как всегда, Кофе, Варпач и Такс. Ребята, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и оставлять только положительные комментарии. Пока! Всем удачи и всем пока, друзья!